Всем привет, друзья! На канале Семьи Поддубных. В этом видео хочу показать, как я буду делать столик для временной кухни. То есть мы так вот сейчас обустраиваем нашу кухню. Значит, сделали вот такую тумбочку под мойку. Здесь так вот все у нас пока. И я хочу дальше сделать еще один столик. Вот, делается очень просто. По типу стеллажа. Вот. Ну, поехали, посмотрим. Если кому понравится, берите на вооружение. Значит, для этого нам понадобится доска. Доска 100 на 25. Я просто вот из того, что у меня с крыши пооставалось, значит, взял вот обрезочки такие. Значит, это тоже от чего-то осталось. Мы где-то резали. Причем три одинаковых куска. Вот. Значит, верхний это будет сама столешница, и две нижние это будут две полки. Вот. Значит, что надо? Надо сделать три лесенки. Значит, во-первых, мы сейчас торцуем вот эту доску. Высота будет у меня, значит, я ее делаю 88 плюс столешница, ну там до 90 будет где-то эта столешница у меня. Плюс две полки будет снизу. Значит, нам нужно сделать три лестницы. Сейчас мы ее отторцуем по 88, значит, еще не хватает одной пары. Сейчас пойду еще одну пару возьму, и, соответственно, туда еще две пары не хватает. В общем, торцуем 88 высота, потом по ширине нашей уже готово вырезанной, грубо говоря, столешницы, мы делаем вот такие вот, такую вот лесенку. Ну что, поехали. Торцую обычным лобзиком, потому как другого инструмента у меня нету. Удобнее было бы торцевать торцовочным каким-то инструментом, либо циркуляркой. В общем, что есть, тем и торцую. Так, вот я торцевал ножки, теперь будем отторцовывать поперечки. Значит, мне их нужно, так, 6, 12 штук получается, да. На одну ножку, получается, с двух сторон будет, а с две по одной стороне. В общем, это все увидите сейчас. Значит, мне нужно 12 вот таких вот ступенечек, лесенок. Значит, я их сейчас по самой короткой, вот которая у меня есть. Но она же, соответственно, ну, подходит под размер столешницы. Значит, у меня здесь самая короткая 43,5. Вот. И это, в принципе, подойдет мне здесь. Подойдет. Значит, я сейчас все торцую под 43 сантиметра. Все вот эти 12 штук. Собираю на обычные черные саморезы по дереву. Все, скручиваю, не особо, особой точности здесь не требуется. Ну, угол соблюдать надо, да и все. Угольник вставил, есть 90 градусов и вперед. Ну вот и все. Идем собирать. Итак, самое интересное, начинаем собирать корпусную часть. Вот, все. Конечно, лучше кто-то, чтобы помогал, но так как помощника нету, приходится все делать, поддерживая ногой и подпирая к стене.
есть совет. Если вы хотите в будущем хорошую кухню, но в данный момент вы не можете себе ее позволить, лучше сделать что-то вот типа такого. Потому как если вы возьмете что-то среднее, вот, в качестве временного, то обычно такие кухни служат потом очень долго. Потом ее и выбросить жалко, ну вроде как кухня есть, а деньги тратить на что-то дорогое, а оно всегда дорого, не хочется. А если поставить вот такую кухню, то вы с удовольствием ее поменяете, как только появится какая-то возможность. Еще не все. Я просто не хотел резать, цельные листы. Вот это место, оно слабое. Поэтому нужно здесь еще добавить. Я собирался делать еще одну такую, но тогда бы пришлось резать пополам. Я не буду резать, я просто сюда вставлю вставки для того, чтобы усилить каркас. Ну вот, пожалуй, и все. Значит, я просто вставил сюда дощечки. Одну и вторую присверлил саморезами. Значит, в этой передней части я поставил, чтобы меньше места занимало, а со стороны стены поставил вот так вот. Одну и вторую. Под низом тоже одна доска. Просто я ее поставил на ребро и саморезами прикрутил вот, вот здесь вот. Вот такая вот за полчаса такая вот полка а-ля кухня. Вот еще переверну. Вот, вот эта центральная здесь, ну нижняя, да, подпорка такая. Вот, и просто вставил дощечки. Потом это все разберу, вот эти ДСП, ДВПшки, эти ОСБшки где-нибудь еще использую. Еще есть куда зашивать, когда уже кухню сделаем более нормальную. Ну, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. В общем, вот такая вот тумба-юмба у нас получилась для временной кухни. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. А я понес на кухню. Вот она, наша первая кухня в своем доме. I'm happy.